еще одну нашел заброшку. Тут просто какая-то нереальная. Туда, смотрите, посмотришь внутри. Охренеть. Какие-то тапки тут валяются. Что тут кого-нибудь кокнули? Обалдеть. Реально стрёмно. Просто пипец. Она небольшая, конечно, но такая стрёмная, я бы сказал. Интересно, сюда ночью прийти, но ночью прикольно будет. Стримать можно, да? Тут всяких много всяких таких комнатушек. Угу. Боитесь заброшек таких? Нет? Нет, туда я нахрен не пойду. Это мне телефон нормально снимает, а так там реально темно. Там вообще просто темень. Потом хоть на телефоне посмотрю, что там было. Потому что реально темно. Какие-то тут, не знаю, что тут было даже. Кунцкамеры какие-то. Хрен его знает. О, металл еще есть. Не добрались, не утащили здесь. Офигеть. Странно. Обычно в таких местах вот провода какие-то висят. Еще что-то даже осталось тут. Ну, тапки, конечно, мне интересно, чьи это тапки. Кто-то забыл тут. Что думаете?